в Дюссельдорфском музейном комплексе Эринхоф посетил выставку «Эль Греко и Модерн». Никогда не думал, что «Эль Греко», «Пикассо», «Сезанн» и еще десяток немецких художников пользуются таким бешеным успехом у немцев. Ну, впрочем, русская речь там звучала, может быть, не реже, чем немецкая. Народа битком. Я никогда не видел столько народа на выставках и в музеях. Какой-то сумасшедший дом. Просто не подойти к картинам. Снимать там запрещено. Абсолютно. Вот этот фонтан шумит. Ладно, поедем в другое место.